30 марта выехали на поле посмотреть всходы растения озимки нашей. Очень поздно сеяли, сухо было, рисковали. Ну, я уверен был, что все будет нормально. Вот такие всходики. Такие всходики. Сейчас вот тут гринплейкой посеяли, сразу видно результат. Насколько ровненько и четенькие рядочки. Отлично. Отлично. И уже распушиваться так она начала в рядке. Выехали сегодня на второе баранование. Прошла неделя. Дождя нету. Корку надо стараться уничтожать. Сильно твердая была, но мы ее срушили трохи. Сейчас увеличили угол атаки. Сделали их более ровными. Вот. Сейчас будем драть, пробовать убирать подсолнух. Вот это тут. Вот этот подсолнух. В общем, брызгать я не хочу и не буду. А будем уничтожать механическим способом. Даже если где-то останется пятнами подсолнух, мы косить там не будем, а скосим чисто и все. Если что, чисто на семена останется пшеница. Пускай будет. Но травить я не буду. Только что запустили, не заснял на видео. В общем, угол атаки сильно острый был. Ну, прыгали бороны, одна аж оторвалась. Ну, дерет хорошо, какая там корка. И пофиг, эта корка дерет как культиватором. На пшеницу, конечно, страшно смотреть, но сейчас он пятой будет ходить чуть медленнее. Да, ребят, какая корка нахер? Извините за выражение. Все сбило. Всю корку сбило. Сейчас будем смотреть, что с подсолнухом. Ищем падалишни. Ищем падалишни. Жаре. Так, ищем кучки падалишнего подсолнуха. Это подсолнух не жрут. Лучше бы, блин, подсолнух сожрали.